Доросли мои огурцы уже до потолка теплицы. Уже больше 2 метров высотой. И вот такие вот джунгли у меня уже образовались. Сейчас занимаюсь чисткой нижних листов. Улучшаю вентиляцию, потому что начали уже появляться и грибковые заболевания. Тля уже на некоторых кустиках начала появляться. Вопрос, в общем, ну и кто знает, напишите в комментарии, какие щадящие препараты можно использовать от грибков, то есть фунгициды. И вот тли от трипсов, потому что есть много мест, где я уже заметил, где завелись. А вот какая-то тоже болячка. Первый раз такое вижу. На одном кустике вроде бы такое. Вот. Какие препараты можно использовать коротким временем ожидания? Потому что тяжелой химии не хочу травить с большим временем ожидания. А так все идет по плану, все растет. В общем, чистим огуречные грядки. Жирище сейчас под верхом пленки, вообще такое жара жарой, блин, Африка. А вот внизу как будто кондиционер работает, так прикольно, так классно. Ну, в общем, такой вот способ чищу нижние листья на тех, которых нет уже в узлах огурчиков. А вот, например, да, пасынки заслепляю вот после огурца. Вот отрываю пасынок и оставляю один огурец. Ну, типа тоже. Вот пасынок, смотрите. Вот без огурца. Ну, вот в конце только огурец. Ну, я думаю, что тут весь пасынок я выбираю. Он мне здесь не нужен абсолютно. Такие серьезные пасынки, которым уже взрослые. То есть трудно оторвать. И чтобы не разлохмачивать эту зону обрыва, беру просто с ножиком срезаю. Вот. Оставляю один огурчик. Тоже. И удаляю пасынок. В общем, работаем дальше, выращиваем дальше огурчики. Напишите в комментарии, чем можно обработать. Может, это биологические какие-то препараты, ну, природного происхождения, что можно работать и за короткий период можно употреблять огурец. Вот, всем заранее благодарен и за комментарии, и за просмотр, и за внимание. Всем пока, до встречи в новом видео.